Здравствуйте, меня зовут Ирина, я живу в Силиконовой долине, штат Калифорния. Сюда я приехала из новосибирского академгородка. Академгородок славился своими компьютерными технологиями еще 60-х годов. И мне бы очень хотелось, чтобы молодые новосибирские студенты использовали современные технологии проектирования микросхем, такие технологии, которые используют такие компании, как Apple. И в этом году компания Imagination в сотрудничестве с RusNano проводит семинар по проектированию микросхем в России и на Украине. Было бы здорово, если бы вы тоже пошли туда. Я очень надеюсь, что такой семинар пройдет в Новосибирске в следующем году. Добро пожаловать!